Шварц Исакович, замечательный композитор, замечательный человек, он всегда мне говорил, никогда не стыдись воровать то, что тебе нравится в искусстве. Да. Только глупые люди называют это воровством. Абсолютно. На самом деле это называется недостаточно преодоленное восхищение. Красиво, кстати. Настоящее искусство, оно заключается в том, что оно никак не применимо ни к чему. То есть его вот как там кухонную утварь нельзя. Не съесть, не выпить, не поцеловать. Не съесть, не выпить, не поцеловать. Да, 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 ничего. Что это было? Но было что-то такое, на что я ничего не променяю за вот эти секунды. А почему? Я правда не знаю. Ни для чего. Для того, чтобы я почувствовал, что путешествие имеет какой-то смысл, которого нам не расскажут.